Быстрее, выше, сильнее. Химкинские школьники вышли на старт спартакиады среди летних лагерей. Сегодня заключительный этап. Сражаются за звание сильнейшей команды по мини-футболу. Игра динамичная, два тайма по 7 минут. Поэтому одна ошибка может стоить победы. Лучше всех это понимает Коля Шкиртель. Он вратарь. Рассказал, как выглядит игра для голкипера. Иногда, если удар сильный, ты чувствуешь боль. А если удар слабый, но... просто ловишь и ничего другого. Надо быть высоким и дотягиваться, ну, до высоких ударов. Пока одни играют в мини-футбол, для других школьников подготовили много развлечений. Настольный теннис, полоса препятствий, перетягивание каната и танцевальные конкурсы. Каждый год программа спартакиады меняется. Да, в этом году у нас проходили соревнования по шахматам, шашкам, пионерболу в двух возрастных категориях, соревнования по ГТО. И также мини-футбол у нас сегодня заключительный этап. Спартакиады детских оздоровительных лагерей проходят в Химках ежегодно. На этот раз по итогам финальных соревнований сильнейшей стала команда школы номер 27.